Ну і вітання усім, хто разом із нами на Політека. Скайпом спілкуємося з політтехнологом та колишнім радником міністра охорони здоров'я Дмитром Раїмовим. Дмитре, мої вітання. Привітствую. Пане Дмитре, от зовсім небагато залишається часу до Нового року. Я думаю, що вже час підсумовувати 2020 рік, робити певні такі проміжні політичні висновки. От вам особисто, чим запам'ятався цей 2020 рік з точки зору політики, які є здобутки, прорахунки, і яким може бути, на вашу думку, 2021 рік і його політичний сезон? Можливо, відбудуться дострокові парламентські вибори, якою є вірогідність. Відставка уряду Дениса Шмигаля, про це, зокрема, багато хто з ваших колег говорить. Що буде, які ваші прогнози? Давайте розберемося. Значить, що касається там основних ваших вопросов, реферних, да? Перше, що касається відставки правительства Шмигаля. Господин Шмигаль абсолютно устраивает президента Зеленского. Он не занимается политикой, он не занимается политическим пиаром, он не пытается создать себе какую-то имидж или репутацию, как это было, допустим, у предыдущего премьер-министра. Он очень удобный премьер-министр для действующего президента. Нет смысла его менять, насколько я понимаю. Вторая история – это все-таки консенсус с другим важным человеком в нашей стране, господином Ахметовым. И это все-таки его бывший менеджер, потому пока дружба Зеленского и Ахметова сохраняется, и сколько там и пресса пишет ее в различных форматах проявления этой дружбы, можно говорить о том, что господин премьер останется на своем месте. Да, будут меняться разные министры. Там, с изменением закона про исполняющих обязанности министров, у нас несколько министров сейчас на грани либо окончательного назначения, либо окончательного увольнения. Потому вопрос в отдельных министрах, но не Кабмина в целом. Парламент теперь, ну, что касается большинства. Я об этом говорю уже, наверное, не первое время и абсолютно вразрез ухожу с большинством своих коллег. Но пока что мои прогнозы самые точные, потому что выборов не случилось досрочно. Значит, нет рационального решения, для чего распускать парламент. Для некоторых голосований, когда нужно, голоса есть. Формируется локальная коалиция, которая там торгуются места, придавливаются, там генеральная прокуратура придавливает, чтобы человек проголосовал, там разными техниками влияния на депутатов, но голосование есть. Проводить сейчас досрочные выборы и распускать парламент, делать 300 депутатов, есть риск о том, чтобы не собрать заново большинство пропрезидента. А президент не хочет терять свою власть. Сейчас он единовластный правитель Украины, у него свое большинство, которое он может контролировать, и правительство, которое он тоже может контролировать. Хотя президента очень часто называют слабым, ну, оппоненты, там, эксперты, но реально же, если мы оценим с точки зрения политологии, он сильный президент, который управляет страной, потому что у него все рычаги власти на судебную власть, даже Конституционный суд, мы смогли этот кризис все-таки преодолеть и остановить отмену законов. А парламент контролирует и правительство контролирует. Что касается итогов года, можно сказать, конечно же, это коронавирусный год создал для нас много интересных моментов, но не создал каких-то кардинальных изменений. Да, экономика подорвалась, но коронавирус мог прикрыть правительство и сказать, что это провалилась экономика не из-за того, что правительство плохое, а из-за того, что пандемия так случилась. Это же произошло практически во всех странах мира, где правительства держались на волоске перед отставкой из-за экономических провалов. Все скинуто на пандемию. Если мы говорим о рейтингах изменений политических предпочтений украинцев, они практически не изменились. Президент Зеленский до сих пор остается самым рейтинговым, самым влиятельным политиком в стране, и у него не появилось конкурента. Хотелось бы или не хотелось бы, здесь нужно объективно оценить, что ответ на вопрос до сих пор нет. Вопрос следующий. Если не Зеленский, то кто? Вот я не являюсь сейчас сторонником президента Зеленского, я один из его самых главных критиков и один из тех, кто один из первых ушел из команды Зеленского. Но оценивая социологию, могу сказать, что пока еще не появилось лидера, который может быть противопоставлен Зеленскому. И несмотря на экономическое ухудшение, повышение тарифов, пандемическую ситуацию, этого человека до сих пор не появилось. Потому престолы де ваканте, да, то есть можно сказать, что это место еще есть, и пока еще 2020
2020 году это место никто не занял. Потому мой главный вопрос к 2021 году – это появится ли лидер в стране, новый политик, либо реинкарнируется старый политик, который сможет стать оппонентом президенту Зеленскому, публичным оппонентом. Потому что президент Порошенко – это больше фантомная боль для Зеленского. Да? Там подковерные игры, кулуарные игры, там, игры разведки, информации и многое другое. Но Порошенко не объединяет всю страну против Зеленского. Должен появиться политик, который будет так объединять либо большую часть страны, то есть Юго-Восток, которая может стать сильным конкурентом Зеленскому, либо хотя бы, ну там, без Юго-Востока, но там в каждом регионе большое количество людей. Это главный вопрос и главный тренд 2021 года, появится ли этот человек или не появится. Пане Дмитре, на своїй прес-конференції, яка була присвячена першому року президентства, Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи підете ви на посаду президента вдруге, сказав, що я подумаю. А скажіть, будь ласка, Володимир Зеленський, от у 2020 році, з огляду там на всі його публічні активності, на ті рішення, які зокрема ухвалювалися, він вже почав працювати над реалізацією плану переобрання. Чи це все відбуватиметься, наприклад, в 2021 році? Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере план действительно реализуется. Это называется большая стройка. Потому что, когда подойдем к итогу выборов, когда подойдем к выборам, мы можем сказать, что коронавирус уже отступит. Ну, надеемся, что он отступит. Хотя, опять же, чума была в, там, в 1600-х годах, а карантины оставались порой до 1850-1860-х годов. Потому там практически 400-500 лет, 400-500 лет карантины присутствовали, потому мы точно не знаем, пройдет ли это так, как мы хотели бы. Но предполагаем, что там, с появлением вакцинации такая проблематика отойдет на задний план, ну, по крайней мере, максимально настолько остро, как она сейчас стоит, такого уже не будет. Что можно будет показать избирателю? Показать избирателю можно будет построенную дорогу, показать избирателю можно будет построенную амбулаторию, построенную школу, построенный какой-то детский садик. Потому отчасти проект «Большая стройка» — это первый предвыборный проект президента. О том, что я, мол, вот будет риторика сделать, говорится так, я, мол, построил больше, чем все остальные за 30 лет независимости нашей страны. Но если мы говорим о экономике и политике, здесь есть один момент. Когда в экономике все хорошо, люди выходят на улицу. Когда президент говорит только о чем-то финансовом либо материальном, люди все равно выходят на улицу. Так было в 2004 году, когда экономика была замечательной, и люди вышли. Так было в России на Болотной площади, когда вышли люди, которые владели машинами, у которых были компании, у которых есть недвижимость, они вышли за другим. Так вот, и украинский избиратель тоже может сказать о том, что парень, ты, конечно, классный, господин президент, и садики, и школы, но а где мир? А где борьба с коррупцией? А где вещи, которые невозможно посчитать просто вот так вот построенным количеством километров дорог? Ну и нужно понимать, что до следующих выборов еще есть время. Его окружение может его само скомпрометировать. И вот дело Свинарчука-Гладковского, которое очень сильно ударило по рейтингу Порошенко, оно может появиться такое же дело и в окружении Зеленского. И насколько он справится? Это тоже вопрос. Много неизвестно. Как говорится, много черных лебедей, как говорил Насим Талиб, еще впереди у президента. Справится ли он с ними? Это главные вопросы 2021-2022 года. Пане Дмитре, читаючи вашу сторінку у Фейсбук, легко зробити висновок, що і ви особисто на собі відчули ласку коронавірусу. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте і як лікуєтесь? Ну, давайте сразу будем говорить, что я не буду называть лекарства, которыми лечусь, потому что не будет правильным назначать таким образом кому-то другому лечение. Кто, услышав меня сегодня, скажет, вот отличное лечение, давайте я так же буду. Нужно обращаться к врачу. По мне можно сказать, что очень успешно и очень результативно, потому что мое лечение началось с первого дня. Как только я ночью проснулся в сильной испарине и с температурой, в этот же день началось мое лечение. То есть я не дожидался тестов на коронавирус, вся клиническая картина была понятна. До этого близкие мне люди тоже уже заразились коронавирусом. В принципе, не было догадок, что это что-то другое, сразу было понятно, что это корона.
Более-менее за 4-5 дней держалась температура, и сейчас вот это уже последние, так сказать, дни обсервации, могу сказать, что абсолютно здоров. Даже хочется скорее вернуться к обычной жизни, но выдерживаю эти необходимые дни карантина для того, чтобы никого не заразить. Могу сказать, что мне посчастливилось в легкой форме. В легкой форме. Пане Дмитро, а ПЛР-тест ви здавали чи обмежилися, не робили його? Я здавав несколько раз тест. У мене случилась така історія, що було два контакти з людьми, які підтвердили свій коронавірус. І я здавав один тест для того, щоб перевірити. Він оказався отрицательним. І в этот же день, коли прийшов тест отрицательний, у мене був контакт з чоловіком, у якого був уже підтверджений коронавірус. І другий тест, який я здавав, після нескольких днів, він вже показал, что у меня ковид. Министерство говорит, что нет необходимости сдавать третий раз, когда ты выходишь из обсервации, если на протяжении 10 дней у тебя нет никаких признаков, и потом на протяжении 3 дней у тебя опять их нет, ты можешь считаться выздоровевшим и не сдавать тест. Но я обязательно тест сдам для того, чтобы перестраховать своих коллег, родных, близких, что я с ними могу наконец-то там быть closely, да, быть ближе, общаться ближе, потому что сейчас 2 недели это большое испытание находиться со всеми на не то чтобы на вытянутую руку, а намного больше. То есть даже не встречаясь, не общаясь, особенно с родителями, потому что боишься заразить, люди старше, ну, не хочется кого-либо подвести под эту же ситуацию. Но коронавирус, могу сказать, самое главное, это время для подумать, и это время для урока. Потому что когда ты заражаешься коронавирусом, так или иначе, невольно слушая новости, ты понимаешь, что это все-таки смертельная болезнь. Ты не знаешь, в какой форме это пройдет именно у тебя. Потому на моей Facebook-странице, вы заметите, у меня появились некоторые такие посты размышлений. Я отнесся к коронавирусу как есть у арабов есть такое слово «мактуб», как предначертанное, предназначенное. Когда ты сидишь и не знаешь, вот сегодня, а у меня было воспаление легких, ты не знаешь, оно перейдет в тяжелую форму или отступит, ты не знаешь, кладут тебя в больницу или нет, нужна будет тебе госпитализация или нет. То есть ты учишься принимать болезнь, ну и смотреть на те вещи, которые ты делаешь, совсем по-другому. Я общаюсь сейчас с очень многим, большим количеством людей, которые тоже болеют, либо переболели, и размышления примерно у всех одинаковые. Каждый начинает размышлять о своей жизни. Насколько он рационально ее использует, насколько важно было ездить там на работу с утра по несколько часов, или можно было все переустроить онлайн. Начинаешь размышлять о каких-то вещах, которые ты долго откладывал, не мог сделать. Ну, начинаешь думать о смерти, потом начинаешь думать о жизни, приводить дела в порядок. Ну, собственно, много размышлять. Эти 2 недели, которые я провел в таком заточении, заставили меня много переосмыслить и много переоценить. Тобто можна зробити висновок, що ви дещо так по-філософськи поставилися до цієї хвороби, і це не дивно, враховуючи, який факультет ви закінчили, саме філософський факультет університету Шевченка. Пане Дмитре, от в цьому контексті хотів би уточнити, ви КТ або рентген робили? Да. Человек из моих близких людей, кто тоже подтвердили коронавирус, сделали первую мы КТ, и там уже показала двустороннюю пневмонию и воспаление легких. Потому когда у меня появилась боль в груди, когда у меня появилась кашель, температура, испарина, ну, вся клиническая картина, меня тоже записали на КТ, но к тому моменту я уже прошел недлительный курс антибиотиков, потому что с первого дня, вот здесь было важно, что мне антибиотики прописали с первого дня. Вот, потому что клиническая картина об этом говорила. Но к моменту, когда я уже сделал КТ, это был 6 или 7 день, КТ уже было, ну, то есть легкие уже были чистые. Видно, что было воспаление, но легкие уже были чистыми. Это уже было как для закрепления, что лечение прошло эффективно и не нужно дополнительных там, каких-то вмешательств медикаментозных. Но ну, там, близкий мне человек, у которого тоже коронавирус, значит, там сразу КТ показало воспаление. Опять же, многие критикуют КТ, говорят, что это опасно, не нужно делать. Я думаю, что они отчасти правы. Если клинической картины для, там, ну, для КТ нет, то лучше дополнительно не облучаться этой радиацией.
Ну що ж, пане Дмитре, я вам бажаю міцного здоров'я і будемо переходити вже до основних тем нашої з вами розмови. Як знаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину на період з 8 до 24 січня включно. В уряді ці обмеження назвали зимовими канікулами заради безпеки. За словами прем'єр-міністра, у цей час буде заборонено роботу кафе, ресторанів та барів, крім доставки та на винос. Не працюватимуть також магазини непродовольчих товарів, а також кінотеатри, фітнес-клуби, спортзали, театри і торгово-розважальні центри. При цьому, за словами міністра Степанова, увесь транспорт працюватиме і міський, та міжміський. От наскільки, на вашу думку, доцільно було запроваджувати карантин саме в ці дати? Ну, отметим, что карантин в первую очередь это политика. Несмотря на то, что ученые будут говорить вам, и я тоже вам скажу, что карантин нужно было вводить раньше, все равно политик сидит и чиновник, и понимает, что с одной стороны вы ученые классные ребята, но ко мне же люди придут и скажут, что у меня денег нет, экономики нет, есть нечего. Ну, мне же придется как политику на эти вопросы отвечать. Поэтому карантин стал предметом компромисса политики и, ну скажем, желаний ученых и специалистов. А вводить нужно было. Вводить нужно было раньше. Вводить нужно было сразу на все праздники для того, чтобы не произошло то, что все-таки произойдет. А произойдет примерно следующее. С 24 декабря по 8 января вы посетите все праздники, посетите с родными, с близкими, сходите в рестораны, отпразднуете на вечеринках и корпоративах, сходите в церковь, понятное дело, и тем самым увеличите количество заражаемость и увеличите количество реально заболевших. После этого мы закроемся. Закроемся, скорее всего, на 3-4 недели, в зависимости от того, как мы все-таки отнесемся к карантинным ограничениям. Более ответственно или менее ответственно. Показывает практика, что все-таки чуть-чуть менее ответственно, чем хотелось бы. Будем ли мы видеть реальную картину? Это вопрос. Потому что сейчас мы наблюдаем, что количество тестов снизили. Ежедневно количество тестов даже не приближается к тому, что было раньше в районе 70-80 тысяч ежедневно. Сейчас у нас 40, максимум 50 тысяч в день. До речи, а чему снизила кількість тестувань? Слушай, этот вопрос я сам задаю частенько. Я пытаюсь понять, откуда пришла команда. У меня есть вариант ответа о том, что офис президента дал команду придерживать количество тестов, опубликованных в этот день. То есть уменьшить количество тестов сложно, объясняю. Люди все равно тестируются. Люди тестируются в частных клиниках, коммунальных клиниках, в госклиниках, получают назначение. Но можно влиять на публикацию этих результатов. Вот на публикацию результатов влияет главный санврач Лешко. А причины чисто политические. Нужно объяснить, почему мы придерживаем этот карантин сейчас. В принципе, последние аргументы, которые были в офисе президента, первое. Как мы знаем, президент у нас иудей, и неправильно, чтобы там, создавать прецедент, то, что президент там, еврей, значит, он отменил празднование православного и католического Рождества. Это был очень важный аргумент. С одной стороны, может показаться, что это вроде бы глупость, но это было очень важно, потому что в прошлом году президент не поздравлял государство с официальным праздником, государственным Рождеством, и получил огромное количество критики. Сейчас, чтобы не быть этим хрестоматийным художественным персонажем, который украл Рождество, было принято Рождество и то оставить и не покрывать его карантином. И второе решение – это чистая политика. Я писал об этом в колонке на Гордоне, о том, что социология показала, люди не хотят карантина. Люди готовы принять его только после новогодних праздников, как меру для еще одних каникул или отдыха. Ну, собственно, полностью вот вы хотите – вы получите. А политика – ничего кроме. Пане Дмитре, на вашу думку, карантин запровадили до 24 січня включно і вирішили поки що на цьому поставити, на цій даті крапку, тому що 25-го Володимира Зеленського день народження? Ну, домыслы и какие-то дополнительные теории сговора есть всегда. Я не буду исключать ни один из сценариев. Могу сказать, что 3 недели – это тот цикл, при котором проявятся все заражения, которые были сделаны на новогодние рождественские праздники. Вопрос, что будет на самом деле, мы можем только прогнозировать. Если
количество тестов вернется на показатели прежние, мы увидим, как говорят специалисты, быстрый рост до 15-20 тысяч ежедневно. Если количество тестов не вернут, то мы можем говорить, что к 24 числу, 25 у нас будет такая же клиническая картина по тестам, как сейчас. Но меня интересует другое. Меня интересует госпитализация. Реально мест нет. Ежедневно ко мне звонят родные и близкие люди, которые просят там, помочь там, положить в больницу, положить в реанимацию. И мест в реанимациях нет ни в одной области. Это то, что не померят никакими тестами. Это можно только увидеть своими глазами. Я планирую в ближайшие 2 недели поездить по регионам, посмотреть реально, что происходит в больницах. И вот то, что я ожидаю там увидеть, это, скорее всего, то, что невозможно там, описать ни тестами, ни какими-то официальными заявлениями. Ситуация крайне сложная, количество людей в реанимациях большое, смертность растет. И если все-таки мы будем отталкиваться не от тестов, а от реальной ситуации, то мы с вами не выйдем 24 января с карантина. Скорее всего, карантин нам придется продлить еще как минимум до конца февраля, для того, чтобы напряжение на систему здравоохранения, а именно на реанимацию, интенсивную терапию, ну, было хотя бы приемлемым, чтобы человек, которому нужен кислород и помощь, они эту помощь получили. Потому что вчерашнее видео, например, на этом закончу этот ответ, реплику по поводу того, что в Одессе вчера мужчину привезли в реанимацию, на протяжении часа ему не было возможности предоставить кислород, и он умер в этой же реанимации, не получив медицинской помощи. Видео эти распространились уже в интернете, это страшно, и такого очень много. Пане Дмитре, ми з вами прекрасно розуміємо, що вчорашнє рішення ухвалювалося політиками, чиновниками, і дійсно варто враховувати думку профільних спеціалістів, зокрема епідеміологів. Зокрема, голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Олександрін вважає марною ідею введення локдауну на свята, оскільки у цей період активність населення і так зменшується. Я його процитую. Щорічна динаміка захворюваності гострими респіраторними захворюваннями на свята знижується, бо люди і так менше користуються громадським транспортом, не перебувають у великих колективах, а переважно збираються з родичами. Це лише стане ударом по малому і середньому бізнесу. Локдаун мав би сенс зараз, але якби за час карантину вживалися необхідні дії. А вводити його для тимчасового пониження захворюваності немає сенсу. Тобто, знову ж таки, це черговим підтвердженням ваших слів, що превалює виключно політика. Единственное, что я кое в чем не соглашусь с уважаемым экспертом, потому что если экономическая активность снижается, то тогда почему, мы говорим о каком-то ударе по бизнесу? То есть в его ответе уже содержится некое противоречие. Реально же коронавирус страшен от того, что там, мы можем прийти к нашим родителям на новогодние праздники, и, будучи, допустим, бессимптомными переносчиками, заразить их на новогодние праздники, именно на, там, на рождественские новогодние праздники. Потому имеет смысл закрывать как раз-таки на праздники, для того, чтобы ограничить мобильность и попросить людей все-таки не общаться со старшим поколением и по возможности там, меньше пойти на работу. Отчасти, я с ним согласен в том, что действительно снижается любая активность. Но она же снижается когда? Она снижается именно на праздники. А как мы начинаем возвращаться к жизни, к экономической, там, любой жизни нашей рабочей, уже с 7 чисел января, с 8 числа, если не ошибаюсь, мы обычно выходим на работу. Некоторые 3-го, 4-го, некоторые 8-го, 10-го выходят на работу. И вот заразившись на праздники, там, допустим, на новогодней елке, человек выйдет 8-го, 10-го на работу, заразит своих коллег, чем увеличит количество распространения. Потому отчасти я с коллегой согласен, отчасти я бы все-таки уточнил, что уже в его словах есть противоречие. Пане Дмитре, кілька слів про карантин вихідного дня, оскільки прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що така от ініціатива – це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни. Ми розробили самі карантин вихідного дня, це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогоднішній день ним починають користуватися європейські країни. Скажіть, будь ласка, карантин вихідного дня – це хіба український ноу-хау? Ми його не запозичили у інших держав? Можно сказать, что в таком виде, сугубо выходного дня, это действительно наша украинская история. Так или иначе, ограничения были в разных странах, но они касались и будних дней, и раз уж на выходные дни проходили какие-то закрытия,
то ограничивалось количество часов проведенных. Допустим, рестораны работали не до 11 в выходной день, а до 8. То есть были ограничения, но не было такого стопроцентного закрытия. Здесь господин Шмыгаль прав. Единственное, я теперь не могу понять следующее. Так, а он сработал, этот карантин, или нет? Потому что на протяжении долгого времени и премьер-министр, и министр здравоохранения Степанов заявляли о том, что карантин выходного дня не сработал. Он нерезультативен. Есть такие публичные заявления. И потом в какой-то момент резко они начинают говорить, что это ноу-хау, все сработало, снизилось количество заболеваемости. Хотя в скобочках бы добавлю, что просто снизилось количество тестирования. Получилось полный коммуникационный разворот. Потому сработал ли карантин выходного дня или нет, мы до сих пор не можем дать точную оценку. Мы увидели снижение количества тестов, оно снизило количество заражения. Но мы также понимаем, что есть люди, которые действительно не сходили в ресторан, не сходили на фестиваль или куда-то погулять в тренажерный зал и тоже отчасти не заразились. Потому стопроцентного ответа, был результат или не было, пока мы дать не можем, скорее всего, ученые смогут ответить только где-то весной, летом, когда мы увидим всю статистику честную, да, вот этот вот весь график, и сможем сказать, сработало или не сработало. Также мы не можем сказать, дал ли удар сильный по экономике, рестораны сильно пострадали или не сильно пострадали, туризм пострадал или не пострадал. Люди, которые хотели что-то купить, они купили это потом, в понедельник, или не купили. У нас много вопросов, ответов на которых пока еще нет. Пане Дмитре, звісно, що останніми тижнями популярною темою в контексті коронавірусу є тема вакцини і вакцинування. Днями Центр громадського здоров'я України визначив 12 пріоритетних груп населення, які першими отримують вакцину від коронавірусу. Це близько 21 мільйона людей або 50% населення України. До визначених пріоритетних груп населення увійшли працівники сфери охорони здоров'я, військові, освітяни, люди похилого віку. Ігор Кузін – це виконувач обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я, сказав, що Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. І перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Скажіть, будь ласка, от вакцина в умовах пандемії – це така от рятівна соломинка, за яку варто схопитися? От як ви ставите взагалі до вакцини, до вакцинування, до тих всіх численних розмов навколо цього питання? Ми зможемо себе захистити? Я вакцину, конечно же, поддерживаю. Я сторонник тех вакцин, которые сейчас зарегистрированы в Европе и в Америке. Это Pfizer и Moderna, которые точно уже начинают работать, несмотря на то, что там есть моменты, в Великобритании попросили временно не вакцинировать аллергиков, но я за вакцинацию. Я понимаю, что вакцинация позволит нам всем, во-первых, выдохнуть о том, что вакцина, как только приедет в страну, значит, можно будет вновь возвращаться к обычной, привычной нам жизни. Во-вторых, мы увидим рост экономики, потому что появление вакцин в Соединенных Штатах показало огромнейший рост фондовой биржи, начало экономической деятельности. В общем, это как свет в конце туннеля. Вакцина – это свет в конце туннеля. Вопрос, когда мы эту вакцину получим? Министерство и Центр громадского здоровья говорит о том, что мы ее получим в начале 2021 года. Мне бы хотелось знать, какую именно вакцину, потому что они отличаются. И мне бы хотелось знать, кто именно первый будет в вакцинации и эти списки. Потому что одно дело, когда вакцина приходит в государство и действительно начинают прививать сразу там всех сотрудников медицинских служб, от экстренной медицинской помощи, заканчивая младшим медперсоналом, санитарками и медсестрами. А с другой стороны, когда начнут пропадать ящики с вакциной, и этими вакцинами начнут вакцинироваться депутаты, министры, люди, у которых есть деньги, потому что в нашей стране таких достаточно много, и вы знаете, что уже сейчас, вот могу сказать, что уже сейчас на рынке присутствуют люди, предлагающие так или иначе вакцинироваться, как только вакцина придет в Украину. Цифры за эту вакцину называются в районе нескольких сотен долларов за две дозы вакцины, которая приедет по программе гуманитарной помощи. Эти люди уже есть. Потому все-таки контроль за этим, чтобы вакцинировались те, кто должен вакцинироваться, а не те, у кого есть в первую очередь деньги, меня тема очень сильно это волнует. А что касается антипрививочников и антивакцинщиков, которые говорят, что не надо вакцинироваться, это делать добровольно. Я думаю, что медики каждый сам будет выбирать, вакцинироваться или нет. Врачи, все остальные
остальные, там, будем говорить, и учителя, и все. Это гражданское право, вакцинироваться или нет. Я вакцинироваться буду. Я предложу вакцинироваться моим родным и близким. Конечно же, решение будет за ними, я не буду настаивать. Но если они примут такое решение, я надеюсь, что эта вакцинация пройдет там, до весны 2021 года. Но когда мы реально получим вакцину, пока еще сказать никто не может. И будет ли она достаточно в нужном нам объеме. И мой коллега Алексей Давыденко в Фейсбуке у себя написал очень интересный вопрос. А мы закупили необходимое количество шприцов? Ну, вакцина – это вакцина. Нам нужно вакцинировать 40 миллионов человек. Это как минимум 80 миллионов шприцов. Вопрос. У нас достаточно этого количества? И не взлетят ли сейчас цены с копеечных за шприц до 20-30 гривен или 40, или 50, или там, 200 гривен за шприц? Потому есть темы, которые сейчас уже государство должно закупать для того, чтобы эта вакцинация прошла успешно и во всех регионах. Киев – это не вся Украина. Тоже важно это понимать. Так, пане Дмитре, Київ – це не вся Україна. І, до речі, днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про таку от ініціативу від уряду щодо проведення масового тестування, зокрема, у Києві. А наскільки доцільно його проводити і чи зможе влада його реалізувати? І чому саме Київ? Є словацький сценарій, когда вакцинируется большое количество людей и определяется, у кого есть бессимптомное бессимптомное ношение, у кого кто здоров, кто нет, собственно. Это хорошая история, когда у тебя есть достаточный объем тестов, у тебя есть достаточный объем лабораторий, и ты можешь это сделать в ограниченное количество времени. Ну, допустим, мы берем небольшой город до 100 тысяч, закрываем его на выходные, на въезд, на выезд по возможности, ну, да хотя бы на въезд, да, чтобы никто новый не завез вакцину, ну, этот, не завез вирус, и проводим тестирование. Определяем, у кого бессимптомно, у кого есть антитела, у кого, значит, этот вирус есть, проводим, у кого вирус есть, закрываем на изоляцию, ну, собственно, проводим все необходимые вещи. Это означает, что больше этот город не нужно в дальнейшем закрывать на жесткие карантины и локдауны. Мы определили, у кого уже этот вирус есть, кто распространяет, и мы можем их оградить. Киев – это очень сложная задача, и мэр города Киева сказал, что мы практически с ней не справимся. Причина. В Киеве дневная аудитория порядка 4,5 миллионов жителей. Это те, которые здесь более-менее часто находятся. Плюс не дневная аудитория, 4,5 миллиона – это те, которые живут в Киеве. Плюс есть окрестности, да, города-спутники, которые едут в Киев работать. Это тоже до нескольких миллионов ежедневно людей. Протестировать Киев – это практически протестировать в районе 5-7 миллионов человек. Нужно это сделать за ограниченный срок. То есть это нужно сделать как минимум хотя бы дней за 5, за 7 – это максимум. Ну, у нас нет таких возможностей сейчас это сделать. Просто ни физических, ни финансовых. Нужно было бы? Да. Сработало ли в других странах? Да, сработало. Особенно в небольших городочках, где там, в Италии там, 20-30 тысяч жителей закрывались, тестировали и потом же возвращались к обычной нормальной экономической жизни. У нас это сделать невозможно. Это мечта, чтобы мы могли взять быстро все протестироваться, и желательно всю страну протестировать, и потом не закрываться больше ни на локдауны, ни на что. Просто, там, сделав, допустим, при въезде в страну, нужно пробыть там, 7-14 дней карантина. Вот это бы сработало. Например, в Новой Зеландии нет коронавируса. Практически нет. Потому что там это остров. Все, кто приезжают на остров, должны пройти 14-дневную изоляцию. Все очень хорошо работает. Но мы не остров, денег у нас таких физически нет, возможности физической такой нет, потому мы будем действовать другими путями. Вопрос, насколько эффективно или более эффективно. Будем смотреть. До речі, пане Дмитре, Білорусь закриває кордон. Виїжджати за межі країни можна буде тільки певним категоріям громадян і не частіше, ніж два рази на рік. Обмеження діятимуть автодорожних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску і річкових портах. Офіційна причина – це епідемія COVID-19. Ну, я так розумію, що це офіційна причина, а не офіційна. Ну, ми здогадуємось, про що йдеться, напевно. В цьому багато політики, мало пандемії, тому що розслідування заражений в Беларуси одно из самых лучших. У них хорошо работает санэпидемстанция. Они в самом начале действительно одни из самых лучших, тех, кто быстро определяли количество контактов. То есть, ну, у вас диагностировали коронавирус, и правильные расследователи санэпидемслужбы определяли весь ваш список людей, которыми контактировали, садили их на
самоизоляцию, контролировали их. Собственно, вся система работала. Непонятна причина выезда из страны, ограничения. Почему так? С чем это связано? Скорее, больше это политика. Но решение по этой политике — это всегда за властями этой страны. Пускай, собственно, граждане этой страны дают такую оценку. До речі, в контексті Білорусі забув додати, що нова залізна завіса опускається. Тоді б це виглядало, знаєте, більш ще правдиво. Пане Дмитре, на завершення нашої з вами розмови розуміємо, що і в умовах карантину, і пандемії люди все одно святкуватимуть Новий рік, Різдво. Які б ви дали практичні поради, зокрема, українцям, щоб і гарно відсвяткувати, і максимально себе убезпечити від коронавірусу? Я очень сильно понимаю, что сложнее всего попасть в больницу будет именно после 8 января, когда мы все хорошо погуляем и Рождество, и католическое, и православное, и Новый год, и попасть в больницу, если вдруг это понадобится, будет очень сложно. Кислорода тоже очень мало. Потому мое предложение будет очень простое. Я это делаю для себя, для своих родных, и я также расскажу то, что я предлагаю им. Может быть, это кому-то будет полезно. В первую очередь мы ограничим контакты со старшими людьми. То есть наши старшие родственники, как говорят, бабушки, дедушки, с которыми мы предпочтем не контактировать, кроме как онлайн. Мы им позвоним по Zoom, либо по Skype, позвоним по телефону, увидим по этой мобильной связи, но мы не поедем поздравлять для того, чтобы не заразить. Что касается наших праздников, мы постараемся не организовывать никаких вечеринок, мы не будем ничего организовывать. Это будет узкий, как говорится, семейный круг людей, которые постараются в дальнейшем тоже ни с кем не контактировать. Мы постараемся ограничить любые вылазки на новогодние праздники, вроде как кино, рестораны, кафе. Все-таки постараемся максимально придерживаться ограничений карантинных мер. Я бы предложил такие же меры сделать всем. Онлайн нам может спасти в данном случае жизнь. Онлайн нам может спасти жизнь наших близких, старшего поколения людей, которые сложнее всего переносят вирус. Потому, по возможности, эти праздники отпраздновать онлайн, как мы праздновали Пасху, поздравить людей онлайн, позвонить, побыть на связи, да, все это сделать, но постараться не контактировать. Моя семья сделает именно так для того, чтобы уберечь своих родных и близких, и постараемся не попасть в эту статистику заболевших на новогодние праздники. Неизвестно, заболеет кто-то из нас еще или нет, но все-таки лучше заболевать тогда, когда места в больницах есть и тебе могут предоставить помощь. Ну що ж, Дмитре, дякую за цю розмову, за це спілкування. Ще раз бажаю здоров'я. Так само бажаю здоров'я і усім нашим глядачам, глядачам Політека. Дякую, що ви разом із нами. Дмитро Раїмов, політехнолог та колишній радник міністра охорони здоров'я, мали можливість поспілкуватися. На все добре, бережіть себе.